Здравствуйте. Слушайте, я, по-моему, потеряла деньги. Вот только что, вот где-то вот в этом месте. Вы случайно их не видели? Нет, я ничего не видел. Вот прям я только встала. Вы же видели, да? Вы же видели, я здесь сидела рядом. Я встала и пошла, и просто я потрогала в кармане, у меня денег не оказалось. Я просто встала, и они упали. Не, ничего не видел. Ну, может... Точно не видели? Ну, точно не видел. Число. Но как так? Ну, прям только секунду назад они упали. Кто их мог взять тогда? Ну, что, хотите сказать, что это я вор? Да я в жизни ничего не крал. Ни копейки ни у кого. Ну, нет, я такое не хочу сказать, если честно. Ну, вот и не надо говорить. Ну, не обижайтесь, пожалуйста. Все, да, женщина, идите отсюда, не мешайте мне. Слушайте, ну, на самом деле я снимаю социальные эксперименты, и вы просто не заметили, но вас скрывает скрытая камера. Я снимаю ролики о порядочных людях и непорядочных. Вы оказались непорядочный человек, поэтому верните, пожалуйста, мне мои деньги. И больше никогда так не делайте, это стыдно такие вещи делать. Тем более, если вы видели, что деньги упали у меня.